Персик. Так, ребят, сегодня у нас игра. Как змея называется? Змея. Змея, так и называется. Короче, это типа паука, спайдер, знаете, да, такую игру, да, старая, да, очень только игра. Только здесь вместо паука змея. И она очень смешно выглядит. Там, смотрите, тело змеи, а голова ваша. Это будет очень угарно. Да. Выглядит, мне кажется. Так. Вот. Я на тебя залез. О, видите, паровозик. Дыр-дыр-дыр. А в друзья? Я на тебя залез. Подожди, что это за звук? Ну нафиги. Мне кажется, сейчас... Я что? Нет. Краска, плиз, лови меня последний. Нет, я буду ловить каждого, кто мне попадется. Нет, ребят, я змея. Блин, я хотела выйти зажрать. Ёс, ребят, смотрите, я змея из Бабл Ти. Да, покажи. Блин, цыга. Ну, краску, ну, плиз, ну, боже, давай в последнюю. Я каждого буду ловить. Ну, краска, огонь, ты гонялки потом. Нет, я буду каждого ловить. Это мои правила. А как понять, да, это ты выпустишь? Да у меня время сейчас. Но я выпущу сам. Телепортом. Ребят, смотрите. Что с моими глазами? У меня не такие глаза. Блин, что? О, я появился. Ты появился. Я, кстати, могу в проходики заходить. Я знаю. Я такой комнате, в которой ты меня не достанешь. Достану. Привет! Вы не представляете, какой у краски будет синяк на ухе. Не да, да. Диад. Диад. Что за диад? Не знаю, у меня было надо. Ладно. Дэд. Ребят, я сожрал самого первого перса. Так, вот здесь... Я, кстати, умею ловушечки еще вот, ставить. Вот краска, я буду краски показывать, где ловушечки. А, вон он здесь. Кстати, а, я его сейчас заскамлю, я ему здесь поставлю капкан. Я ему поставлю капкан и иду к нему. Блин. Да, под этой фигней. А он почему на воздухе? Блин, Тоди! Бедный Толик, алкоголик. А, все. Я всех сожрал. Я хотела быть змеей, на самом деле, попробую. Ну, может, тебе выпадет шанс быть змеей. У меня, кстати, 40. А у тебя? У меня, ну, нет, сколько, я не знаю. Шанс! А, шанс? Б. А где же 20? 20. У меня снизился. Я к тебе коплю на сланец. Вы видели, я был змеюк, ребят. С Бабл Ти. И с кепочкой. Я хочу с вами. Персик, нифига не знаю. Вот такой вот я сурал первый. Давай, ты случайно грохнул. Если я сейчас буду опять змеей, то я там поставлю капкан на этом месте. Вот. Пацан, что ты перса забрал у меня? Какая прекрасная ночь для прогулки. Я не хочу, блядь, спасибо. У меня 16 шансов. Подожди, что это за звук? У меня 33. Тебе есть шанс изменить. Блин, ты че? Вот где снизился шанс, значит это ты. Я пойду проверю, кто это ты сказала. Ребят, кстати, смотрите, перс тоже, кстати. Кстати, ребят, я персу подарил тоже такой, знаете... Вот как у меня кофточка, вот эту высотку. Ребята, вы не представляете, очень угарно выгляжу. Краска. Ребята, я покажу вам перса обязательно. Да, я могу даже специально показаться и себя не кушать. Ты посмотрел. Так, безопасный ключ. Что за безопасный ключ? Я не понимаю. Я пытаюсь. Кстати, мы сейчас у моей бабушки. Да. Что за безопасные ключи, я не понимаю. Текущий инструмент безопасный. Куда ты там идешь? Ребят, видите эту змеюку перса? Я пошел в жопу. Прыгать мне. За на 4 кулака.
он это пилюли хватит. Пилюли. А, в люк залезла. А, вон крыса, привет. Вон я за стеклом. А, обманули дурака. У меня 4 кулака. А, ну конечно. Бежали просто как-то. Вот что это за кнопка. Это капкан, да. А что там? Я думала, это бег какой-то или еще что. Нет, это капкан. Где там? Я слышу. Тоби, привет! Тоби! Ребята, меня персик сожрёт. Ребят, вот эта пилюля. Ты вообще так ворно выглядела. На самом деле, нас трое. Го на другой сервак забили. Да. Так, ребят, мы на другом серваке. Да, то там было... Кстати, чаптер первый. Чаптер первый написан. Значит, будут еще другие чаптеры. Какой прекрасный день для прогулки. Ой, ночь. Паровозик дыр-дыр-дыр. А там ли 13 дыр? 34 дыр. Ребят, у меня есть проблемы. Меня не тэпнуло. А ты у меня... А ты у нас есть. А, я пойду проверю. Это говорит какой-то... Перс, блин. Ребят, перс это... Не тэпнуло. А ты как мне вообще летаешь? У ламина. А, ну ты явно у меня. Ну-ка, нет, тогда не такой же. Ой, точнее, не такой уже хороший, его сходили. Так, ребят, я остановил, потому что у меня все лагало. Но когда я остановил, у меня все опять меня пролагало. Я нашел оранжевый ключик. Это хорошо. Я хожу внизу. А, она там. Где оранжевая дверь? А, оранжевая дверь открытая, меня сожрали, ребята. Йоу. Ребят, змеюка. Гад. Ну, всех сожрала, а? Перс, здорово. Hi. Ребят, смотрите, я персу подарил вот такую тоже фигню. Ну, точнее, фигню. Персу, ты спрятался здесь. Не фигню, а джинсовку. Да, перс? Mm-hmm. Тебе нравится моя джинсовка, которую тебе подарил? Угу. Я хаваю. Мне радость. Кстати, смотрите, какая у меня молочная сумочка вот такая. Pure milk, 100% milk. И bubble tea мы пьем. А, перс, ты пьешь bubble tea? А, нет, перс, ты не пьешь bubble tea. Ладно, мы тебе обязательно попробуем получить bubble tea. Погоди, кто-то еще остался? Тогда я тут просто написано. Смотрите, о, девка какая-то. Еще девка. Топорик. Кстати, здесь есть. Кстати, здесь в этой игре есть дихофос. От змей. Я сам не понимаю, откуда. Она бежит куда-то с топором, ребят. На улицу. Зачем? Так, это девка. Кстати, ребят, это похоже на скин с перса с телефона. Угу. Он уже один в один. Лол. И, кстати, кофта сейчас как у перса. Угу. Тоже решила себе кофточку купить. Девка это. Она бежит зачем-то с топором. Может, это как-то можно... Вот так срубить. А, нет, это чтобы палки здесь в подвал попасть. К бабке Гренни просто сейчас куда-нибудь залетит. Чисто там такая бабка Гренни. Ай-си-пуп. Ладно, ребят, если я это еще, это видео я еще буду и монтировать, а так-то вот так. Есть, ребята, мы бежали.
А мой подох. Ну, точнее, я перезаходила из-за того, что меня лагало. А краска сдох. Да меня поймают. Ой. Я застрял? А, нет, я не застрял. Есть какая-то фигня. Блядь, напишите, что это... Я обожралась. Я обожрался. Какой-то тухлик. Это же, ребята, у нас кошачий КФЦ. Она сожрала кошачий КФЦ. Как и болото. Вот вот это. Все, мы сейчас у моей бабушки, у меня там реально сколько людей не стоит. У меня 25%. Меня не тёпнуло, ребята. Я двигаться не могу. Ой, ребят, мне кажется, всем большой пока-пока. А, нет, не, ребят, тёпнуло. Не пока. Да, сегодня не пока, да. Кто идет? Я пойду проверю. Я просто на персте стою. Краска, за то, что, может быть, захотелось сказать всем пока-пока. Да, тоже не пока. Эй, его тёпнуло! А, нет, не всё, пока-пока. Просто чисто. Краска его успокоила. Вот так, собираем монеточки. Нам нужно много. Да, вот, видите, здесь есть ряд, мешочек за, вот такой сбоку, и там показывается только 10 монет нужно собрать. Его, его скорее всего... Ой, ребята, я двигаюсь как-то чуть-чуть плохо. Да, я тоже хорошо. И я слышу внизу. А, ребята, меня с меня ждет. Ну, краска, ну как так? Всем большое пока-пока. Пока-пока.